В данном видео расскажу, как можно установить PyCharm в Linux Ubuntu. Перейду на официальный сайт PyCharm. В раздел «Загрузка» и здесь скачаю архив PyCharm Community Edition. На самом деле приложение не требует установки, его достаточно лишь распаковать. Для удобства создам папку «Soft». И распакую архив в данную папку. Далее необходимо перейти в папку bin. И здесь есть запускаемый файл PyCharm. Запущу его. И программа запускается. Например, создам новый проект. Создам новый файл. И запущу его. И как можно видеть, приветствие вывелось на экран. Также для удобства добавлю ярлык, для того, чтобы PyCharm отображался в списке приложений. Если сейчас зайти в список приложений, то, как можно видеть, его нет. Для этого зайду на вкладку Tools и выберу создать окружение рабочего стола. Если это необходимо, можно создать ярлык для всех пользователей. Теперь перезапущу PyCharm. И как можно видеть, он отображается в списке приложений. На этом установка PyCharm завершена. До встречи в следующих видео.